Всем привет! Давно я не распечатывала посылочки на видео, и вот сегодня решила вам показать. Здесь у меня находится Калатея и Каладиум. Сейчас я распакую и потом расскажу, какие сорта. Прям не терпится, даже не знаю, в каком состоянии растюхи. Но они у меня, в принципе, пришли очень быстро. Ох, ну немножко земелька тут, конечно. А, ну вот первая Калатея. Листочки уже вижу ее. Всегда приятно получать посылку. Мне прям нравится. Такая Калатеечка. Посмотрите. Калатея орбифолия. Я почему заказала такой сорт? Просто я же люблю большие листья. И вот как раз вот я хочу вырастить ее такой большой, с такими экзотическими листочками, очень красивыми. Ну и, кстати, она дошла вообще замечательно. Смотрите, вообще красоточка просто. У меня этих растений не было. Мне уже и подписчики уже спрашивали, почему у меня нет Калатеи. Ну вот, теперь, наверное, у меня будут Калатеи. Но она вырастет такая хорошая, у нее листья очень крупные будут. То есть это же сейчас еще малышечка. Ну, малышечка, и все равно листики, посмотрите, какие. Ну, сейчас я ее распакую и потом вам расскажу, как я буду за ней ухаживать. Сейчас я второго дружка достану. Ой, какая красота! Я заказала в этот раз еще Каладиум. У меня тоже никогда их не было. Но мне, конечно, очень хотелось Каладиум. Ну, я заказала один, потому что хочу попробовать. И тоже сорт заказала, который именно с большими листьями. Посмотрите, какие росточки уже. И сколько там росточков лезет. Обалдеть вообще. Красота. Они очень быстро, быстро растут. Сейчас я это тоже все распакую. Ну, доехали прекрасно. Корешочки прекрасные, посмотрите, корешочки какие хорошие. Ну все, вообще, корни даже здесь, сверху, посмотрите, вообще корневая, кстати, вообще классная. Вот сейчас будет фотография вот этого Каладиума, его листья такие красивые, тоже будут огромные. Но это, конечно, все с годами, когда клубеньки разрастутся, будут хорошие такие клубенечки и, соответственно, будут большие листья. Листья очень красивые, как вы видите, то есть это эффектно будет смотреться. Я очень рада. И мне нравится состояние, конечно. Состояние отличное. И продавец положила мне подарочек. Не знаю даже, что за подарочек. Подарок. Ой, эти батюшки. Что ж там такое? Ну, приятно, конечно. Очень приятно. Сейчас достану. Вот такой вот подарочек. Я даже, честно говоря, ну, похоже, конечно, на хлорофитум. Вот такой вот. С листочками посерединке. Но я думаю, это он и есть. Но если кто-то знает, можете написать, потому что названия нет растения, и у меня таких тоже не было. Как я буду за ними ухаживать? Ну, у меня подход к таким экзотическим растениям один. Неяркое солнце, рассеянное,
Калатея особенно и каладиумы, они боятся вот этих вот полуденных лучей солнца. Их, конечно, лучше притенять. И в то же время их нужно даже досвечивать. Если мало света, то их лучше досвечивать искусственным светом, чтобы света было много. Что они не любят и не терпят? Это сквозняков и резких перепад температур. Растения теплолюбивы. То есть летом 25 градусов, зимой не ниже 18 градусов. Ну, то есть в доме это как бы нормально. И, конечно, повышенную влажность воздуха. Даже если летом влажность, да, хоть отопительные приборы не работают, но сухой воздух, да, их, конечно, лучше опрыскивать или на поддон ставить с керамзитом, и там водичка, чтобы была, испарялась. Ну, конечно, если увлажнители, то увлажнители, но у меня увлажнителей нет. Я буду использовать мокрый керамзит. И, конечно же, с поливом. Это самое главное. Это тропические растения. Соответственно, грунт должен быть рыхлым, воздухопроницаемым, чтобы не создавать там болото. То есть, если полить, да, вода прошла, и все, с поддона убрать ее, и все. Или маленькими дозами поливать. То есть, их нужно и не пересушить, и не перелить, а вот выбрать такую золотую середину. И я думаю, что я с ними справлюсь. Конечно же, я буду снимать видео, то есть у меня будет пересадка, например, калатеи. Я обязательно сниму видео и поподробнее расскажу вам еще. И, конечно же, подкормки. Конечно же, они любят покушать, особенно каладиум, да и калатея тоже не против. Так что я, когда буду их пересаживать, добавлю им обязательно перегноя, чтобы было что покушать. Ну а так буду, конечно, где-то осмокот, где-то фертика, то есть обычные мои удобрения, которыми я пользуюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте, пишите обязательно комментарии. Увидимся в следующем видео.